Один на всех и все из-за одного. На оживленном перекрестке Екатеринбурга сегодня образовался паровоз из автомобилей. Водитель устроил двухуровневую аварию, в которой пострадали 8 машин. Все случилось на перекрестке Амундсена-Объездная. Разогнавшийся грузовик собрал на дороге 7 впереди стоящих машин. Одна из легковушек даже заехала на крышу другой. По словам водителя, их сильно тряхнуло, но никто из участников ДТП не пострадал. В массовой аварии шоферы винят большой груз, который не успел затормозить перед затором. Не исключено, что у виновника отказали тормоза.